продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. Владислав Миняев работает начальником отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Тувы вот уже на протяжении 7 лет. За все это время основная масса выявленных нарушений связана с несоблюдением граждан, в частности, госслужащих, запретов, ограничений обязанностей, говорит он. В этом году при осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратурой республики выявлено более 550 различных нарушений антикоррупционного законодательства. По ним внесено 180 представлений, по результатам рассмотрения которых 220 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. В большей степени это связано при представлении сведений о доходах. Также выявлено 4 факта нарушения, связанные с неуведомлением работодателя о наличии конфликта интересов. По всем фактам прокуроры реагируют. Виновные лица подлежат привлечению к дисциплинарной ответственности. Говоря обычным языком, это взяточничество, служебный подлог, злоупотребление должностными полномочиями, а также хищение бюджетных денег в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. И как показывает статистика, таких персонажей в регионе достаточно. Так, к примеру, в этом году Кызылский городской суд приговорил одного из сотрудников бюджетной сферы к 7 годам лишения свободы. Заместитель руководителя указанной службы получил от директора ООО «Абаканстройресурс» вознаграждение, а именно взятку в виде 1 миллиона рублей за совершение действий в пользу данного общества, а именно за обеспечение заключения контракта в сфере строительства, устранение негативных последствий при проверке со стороны службы целевого и эффективного использования бюджетных средств по заключенным государственным муниципальным контрактам на строительство работы автомобильной дороги. Кстати, необходимо отметить, что одновременно само общество, директор которого передал взятку, привлечено как юридическое лицо к административной ответственности по статье 19.28 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Ему назначен штраф в виде 1 миллиона рублей. Напомним, что 9 декабря отмечается Всемирный день борьбы с коррупцией. Дата была выбрана по инициативе ООН, так как в этот день в мексиканском городе Мерида была открыта для начала подписания Конвенции ООН против коррупции. В 2007 году в составе Генеральной прокуратуры страны регионов были созданы подразделения по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. 14 декабря с 11 до 16 часов в здании педиатрических участков на территории ЛДО будет работать выездная наркологическая бригада, сообщается на официальном сайте Республиканского наркологического диспансера. Врач-психиатр-нарколог и клинический психолог медучреждения будут проводить консультативно-диагностический прием несовершеннолетних вместе с родителями по вопросам профилактики токсикомании, наркомании и злоупотребления алкоголем. Родителям можно привести детей, проконсультироваться со специалистами и сдать анализы на выявление фактов употребления наркотических средств. Если есть подозрения на употребление детьми токсических, наркотических или других психоактивных веществ, если были проблемы с употреблением алкоголя несовершеннолетними, можно прийти и получить консультацию врача-нарколога или клинического психолога. Тува вошла в перечень 40 регионов, которые правительство России по итогам 2017 года поощрит финансовым бонусом за высокие показатели наращивания экономического потенциала. Так, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении между ними чуть более 19 миллиардов рублей. Туве из этой суммы выделено 250 миллионов 717 тысяч рублей. Согласно указу президента страны, гранты учреждены в целях поощрения субъектов страны, занявших с 1 по 40 места по итогам оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти по достижению высоких темпов наращивания экономического налогового потенциала территории. Из регионов Сибирского федерального округа, кроме Тувы, гранты правительства присуждены еще двум регионам. Это Иркутская и Новосибирская областям. Наиболее высокие значения эффективности были достигнуты Камчатским краем, Белгородской и Сахалинской областями. И о курсах валют: доллар стоит 66 рублей 27 копеек, евро 76 рубля 77 копеек. Акция от ТСИ. Заплати вперед и получи Wi-Fi модем бесплатно.
Подробнее об акции можно узнать в офисах продаж услуг АО «Тыва Связинформ» или в представительствах компании в Кажунах Республики Тыва. Кто ищет мебель, тот ее находит в магазине «Мебельный рай». Эксклюзивный дизайн, европейское качество, большой выбор современных и классических вариантов, а также готовые интерьерные решения. Все от кухни до гостиной. «Мебельный рай», магистральная 26, торговый центр «Арбан». Пятигорск, Орайдан, Ангелина, фабрика, Зананенгни, Улук, Шубалар, Телгагазы, Мунг, Рубль, Данюрю, Зюкеп, Тулейр, Разрочка, Пешмунгажек, Шубалар, Чуга, Декабрь, Омберден, Оналдыга, Чеддер, Цум, Цоколь, Тукат. Открытие первого дисконт-центра «Фэмили» в Кызыле. 15 декабря ждем вас за модными покупками. Первым 15 покупателям по ящику мандаринов. «Фэмили», универмаг Саяны. ТНТ Кызыл представляет. Считаешь, что у тебя есть сверхспособности? Тогда новый проект ТНТ «Школа экстрасенсов» для тебя. Пройди кастинг, и, возможно, именно ты попадешь в команду Константина Гицати и Свани Даши. Заходи на сайт и заполняй анкету. «Школа экстрасенсов». Скоро на ТНТ. Добровольные дружинники Кызыла вышли в очередной раз на охрану общественного порядка города. Так, с пятницы по воскресенье минувшей недели на левобережных дачных обществах города дежурила добровольная народная дружина совместно с сотрудниками полиции. Во время патрулирования добровольные дружинники доставили в медвытрезвитель 14 лиц в состоянии сильного алкогольного опьянения. Также разъяснили владельцам и продавцам торговых объектов закон о продаже алкогольных напитков. Напомним, что добровольная народная дружина является одной из эффективных форм взаимодействия органов власти и активных граждан. Их работа заключается в патрулировании улиц, города, дворов и рейды. В свою очередь, вступить в ряды ДНД может любой желающий в возрасте от 18 лет и старше. Вот все, каждый по отдельности, цифровой, это все диммерные каналы, это «Прощайся, голову, let's put», вот, а тоже опали. Сегодня в кукольном театре Тувы идет вовсю испытание новой световой техники. Между тем, с появлением трех комплектов софитных подъемников с электромеханическим приводом и цифровым пультом управления на сцене кукольного театра можно творить чудеса, а именно разного рода иллюзии и игру воображения. Ходит маятник со скрипом, меньше стука, вот в чем штука! Трики-та! Трики-та! Сегодня кукольники репетируют предновогоднюю премьеру «Щелкунчик и мышиный король». Как говорит Айдес Чедамба, режиссер спектакля, в постановке есть только мотивы известной сказки Эрнста Теодора. Предстанет же он перед зрителями уже в немножко иной интерпретации. Ночь перед Рождеством, в течение ночи вот идет всякие чудеса. Это сон главной героини, маленькой девочки Марии, и вот она, и ей снится вот этот сон. Или может даже не снится, может это реальность, ну, каждый сам по себе как бы. «Щелкунчик и мышиный король» – первый спектакль, который будет сопровождаться новым световым оборудованием. Также к премьере были изготовлены и новые куклы «Щелкунчик и маленькая Мари». Над каждым из героев Андрей Карасал, художник-постановщик, трудился около недели. По технологии кукла планшетная, он работает с этими штоками. У него механика рта, открывается, закрывается, один актер играет. Премьера спектакля пройдет 25 декабря на сцене Малого театра «Тет-а-тет». Стоит отметить, что сегодня у кукольного театра отсутствует помещение под цех-мастерскую, поэтому приходится художникам и мастерам театра работать прямо в фойе здания. Но сами кукольники не унывают и все-таки надеются, что в год театра они обретут свой дом. Вспышки фотоаппарата, свет, софиты. Идет фотосессия участников республиканского конкурса «Мисс и мистер Тувы-2018». Девушки, юноши вот уже месяц готовятся к предстоящему конкурсу красоты и мужества. Для меня этот конкурс – новый этап в моей жизни. Мы репетируем уже месяц. Для меня репетиции проходят очень весело. Учителя наши стараются делать для них что-то. Да, делать для нас что-то необычное, чтобы было вам интересно.
26 юношей и девушек 15 декабря в Национальном театре Республики поборются за звание самой грациозной и достойной пары в конкурсе «Мисс и мистер Тувы 2018». Между тем, выиграть 100 тысяч рублей и получить такой заманчивый и привлекательный титул приехали ребята из разных районов республики. Из более 40 желающих отобрали 13 пар. Как говорит конкурсант Аарон Янзак, шоу необходимо увидеть каждому. Я один из участников проекта «Мисс и мистер Тува 2018». Вы можете наблюдать, что у нас сейчас проходит фотосессия, одна из фотосессий «Вечерний наряд». Мы для вас готовим грандиозное шоу, даже не могу представить, каких масштабов. В общем, это надо видеть. Такого же мнения и сами организаторы конкурса. Они же особое внимание уделили, пригласив профессионалов в подготовке конкурсантов. Привлечены артисты театра, артисты ансамбля «Саяны», хореографы, актеры. И они занимаются с нашими участниками актерским мастерством, пением, вокал, хореография и так далее. Сегодня у конкурсантов идут последние приготовления, репетиции, ведь до дня X остается совсем мало времени. И уже 15 декабря в Национальном театре Тувы станут известны имена «Мисс и мистер Тувы 2018». Теплая, пушистая, завораживающая стильная шубка – все, что нужно для нашей суровой зимы. А чтобы выбор стал для вас легким и интересным, Пятигорская меховая фабрика «Ангелина Сэм» открывает свою выставку новой зимней коллекции, где представлены настоящие, качественные шубы, которые станут предметом вашей гордости. На выставке «Ангелина Сэм» понимают всю ценность шубы для женской души, поэтому с особой тщательностью подбирают для каждого клиента ту самую единственную шубку, которая можно блистать не один сезон. Меховые жилетки и шубы, объемные, летящие, короткие, удлиненные, трансформеры с капюшоном и без него. Тысячи изделий от 38 до 72 размера, всевозможных цветов и оттенков. А также специально для гостей выставки действует уникальное предложение. Беспроцентная рассрочка от 3 месяцев и до 3 лет, скидки до 50% и подарки. Меховая выставка «Ангелина Сэм» ждет вас с 11 по 16 декабря. Улица Тувинских добровольцев, 22, торговый центр ЦУМ, цокольный этаж. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России, от Камчатки до Калининграда. Компания «Отличные наличные» – получайте займы на займ-карту в любой момент, просто по звонку. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, ну очень маленькая переплата по займам. По республике ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. В Кызыле небольшая облачность без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью -32, -34. Днем от -21 до -23 градусов. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, ну очень маленькая переплата по займам.